Давай. Что мне папа подарил? Ну вот, вот. Это что? Это тут куколка и котик. Это на 8 марта? Да. Это и все? Да. А где твой шарик? Шарик есть. Понятно. Был где-то, да? Да. Мама, а кстати, Настя от злости лопнула Мии шарик. Мия. Я испугалась. Настя. Потому что они достали мне по голове им бить. И Настя вот так вот взяла, выпустила свои когти и такая... Настя, у тебя есть скрытые когти, которые ты выпускаешь? Мама, правда, пакетик порвался, но ничего. По дороге, да? Капец. Ну ничего. Ну ладно. Он так не нужен. Ну фотки крутые. Да. И смотрите, это... куколка, котик. Кукла крутая. Да, ты что, ее еще даже не открывала? Нет. Серьезно? Нет. А как это у тебя хватило? Я на этот день хранила, чтобы ты засняла. Прикинь. Распаковку чек. Ну да, понятно. Иди монстр отсюда. А что это он грызет? Не знаю. Бумажка. Сейчас все спокойно. Ой. Ты уже нашла шарик? Да. На кухне. Понятно. Ты обрадовалась? Да. Ты я же у нас... радовалась наушникам. Серьезно? И цветочком. Короче, можно было сэкономить, и 150 баксов можно было не дарить. Нет. А этим? Тоже. А. Я всему рада. Она в этих перчатках, походу, спит. Ну, мама! Тебе виднее, я ее первый раз вижу. Я ее вижу постоянно в перчатках. Мелания, признавайся, ты спишь в них? Угу. Ой, аккуратно. Они вчера поругались с Натушей из-за них. Серьезно? Ладно, Натюша, ты сегодня Вензель. Дай. Спасибо. Ну, не сейчас. За стол будешь запить. Да. Спасибо. Ой, извини. У меня уже руки чешу. Все. Понятно. Подарит. Если бы знала, что зашла малой, можно было две пары купить. Видишь, какая у него реакция сразу? А покажи хомяка вафку. Сейчас пойдем покажу. Смотри, крестик. Ну, видишь, что творится. Смотри, мам, крестик. Мам.